Итак, Комитет безопасности России продолжает осуществлять свою деятельность. Мы сейчас прибыли в город Санкт-Петербург по адресу улица Садовая, дом 105, где находились приставы, которые именовали себя Адмиралтейским районным отделом судебных приставов. Ну вот, кое-как вошли в подъезд здания, исторического здания. И здесь народу вот сколько уже собралось. Видели вот это объявление? Можно поближе его, да, заснять. Значит, читаем. Адмиралтейский РОСП переезжает на новый адрес, Измайловский проспект, дом 2. В связи с переездом прием граждан осуществляться не будет. Возобновится в штатном режиме. Благодарим. Знаете, почему? Возможно, это все какие-то перемены, догадки мои. В начале января Лошкова, которая главная, да, пристав по Санкт-Петербургу, они подавали новое заявление в электронном виде на новую аккредитацию. Это было 12 января, потом я посмотрела на сайте, им 20-го было отказано в государственной регистрации, они повторно подавали 25 января, и вчера я вечером посмотрела, им да, сделали эту государственную регистрацию якобы. Так что вот какие-то перемены здесь, народ существует, но мы на этом не останавливаемся. Мы будем делать соответствующие выводы и будем делать соответствующие запросы в эту, так сказать, организацию. Будем разыскивать. Что-то происходит. Что происходит, я сейчас не могу озвучивать, но происходит что-то очень хорошее для нашего советского народа. Так что всего доброго, всех благ нам, и победа обязательно будет за нами. Спасибо.